Блин, я так понимаю, все описание миссии просто из пальца. И раны в одежде этих, как его, чешской армии, с оружиями, которые никогда у Ирана не было. На технике, которой никогда у Ирана не было. Но Иран. Корпус, блин, это стражи исламской революции, да? Ну, Г3А3, например, или это их не основная винтовка. А у меня GPS есть. Да. Займите сделку. Выход, всё, выход, выход, выход. На 180 по горе проехала. БМП. После камней видишь здоровых, он там пролетел, только что. Чё это? Бэттер. Я просто увидел тебя. Да. Пойдем, пойдем. У нас следующий квадрат захватит противников, всем внимание. В каждом доме сидит в ихнем триге. Это двух это. Двух. Сейчас мне. Минус БМП против. Да кто там такой конченый? Камню 60 поднимает. Ворож? Он мне так ровно уронил. Хорошо, жесть. Угу. Ну, логично. А мне вообще прицел. Снарядик. Визер, блин, чё он пошел вообще туда? Будет визор и ворон.
Да. Че это ворон делает? Визер такой, а? Ничего не произошло. Я сгорел в коробке. Визер на другого кого-то вышел. Я сгорел в коробке раньше всех. Говорит? В коробке раньше. Гон же остался. Он Гонз, короче, вылазит с бэхи, говорит. Дошел до камня. Говорит, поднимайся на 260 на большой камень. И в меня прилетает что-то, я взрываюсь просто. Визор. Посмотри на визора, и кто там за стеной махнул. Блин, они так рядом. Да вообще. Прямо, и по мне БМП отработал. Лол, визор, чего вы? По нему не достало, короче. А он спрятаться успел. Один Гонджа из моего отряда остался. А кого на старте убили? Или вырубили просто? Смотри, смотри. Я за Гонджа смотрю. Макс на... врубается полчаса, и около него враг, который тоже в отключке лежит, вроде бы. Меня ворон убил. Вижу, вижу. Да просто я хотел бы вернуться, я догадался, что там сидят, потому что я их сразу... О, что ты сейчас? Один другой не знает. Один в отключке, это точнее. Это сейчас прикольно будет. Я увидел в окне ворона двух человек, одного ёбнул. Ну-ка, тихо. Ой, красота просто. Вылез и меня убил сразу. Ну-ка. Кто же победит? Визор? Или же... Ас-а. Ой, сейчас это будет батл. Макс нам подходит ко входу. Махнул. Давай. Снайпер его не... А слышит? Ой, всё, ГГ. Да мне... Кажется, визор не так надо, не вкололся. Назад, уйти. Сейчас он Мурфи не вколол, сейчас опять вылез. Махна, назад, надо... Ой, всё. Всё, минус. Махна. Махно умер. Махно. О, да. Махно. Так реально было. Ой, враг был прям за стенкой, прям перед тобой в оба возможно. Я его жали. Видел в лицо, и у меня почему-то была выбрана. Он был за стенкой в лоб под ключки. Он пошел, кинул гранату, я ему кинул гранату. Я вылечился, пошел.
Фора. Меня тоже видели, да. Ты столько человек перебил, как ты не стыд. Сколько? Но меня, как минимум. А, буду перебивать. Ты ГПшки, блин, меня убил. Паша убил, который зашел в здание. Нафрагал, короче. Ой, Гонза, что там будет смотреть? Гонза. Все. Жаль. Гонза. Что? Поднимайся на камеру. Все. Ну, вот в этом... Минус один. Кому в рот стреляет? В рот? Там где-то стреляет. Ну там же своих, по-моему, кучу побывал. Да, там не думали что-то брать. И как, короче? Прям же от него человек, блядь, стоит. Дебил, кусок. Да в плане. А, в рот. О, ты сдох? Рук мы вообще всю зону свою зачистим. Он мандок, мандоку сейчас поедешь. Чей там БТР? Блять, я думал, Бэху захватили. Я тоже так подумал. По кому пошел? Тур пошел по горячему. Холодка, промазал, лох. Ой, чуть ниже взял. Как рядом прям. Он ничего, ДБшек? Холодок все лагает. По нему попасть неудобно. То есть он лопеет и идут вперед по локу дает. Чтобы не выбегать первым тиром. Что же сделать мордок? Интересно, хоть у Бэхи. Ну короче, все, все, не убили. Сейчас, короче, все желтает и замет. Холодок по стуру дерева второго. Бумер? Да. Флэр, у тебя есть чего выносить? Я умер. Сейчас надо тут вылезет, наверное, заряжать тура тут макдок. Не вылезет. Я же смогу, пока он не нравится. Кто? Не, видишь, как это было? Я вижу там своего, которого Бэхи. Потом там чувак этот подбегает. Враг. А Бэха не шевелилась, вообще стояла. Я думал, что она захватит. Ну. Да, но я думал, что это захватили. Он сел. Капец, он спалил. Вообще остался. Мне интересно было потом так сказать, смачно или который просто стрикошетил. Надо было попасть. А у меня сейчас он это, если меня пытает, меня. Но факт. Рук, скатит, бух, заряд. Да. Ой, сейчас, короче, кого будет переплывать? Сейчас, возможно, на водителя сядет, короче, к тебе. Так не надо. Че, короче, рукой? Да хоть бы уже этого брока убили, он только своих пострелял. Ну, Алекс поплыл, подождем. Это верно? Ужас. Ребята, а вы посмотрите, в речке плывут два врага. Ну да, вот, да, пожалуйста. Кто быстрее? О, пушка не упал. Опа. Не
как это вообще? Ну, Бруклин, да? Я не какой-то впервые, я не знаю, что делать, да. Все. О, Брок отбол.